Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то у нас начались огородные работы. Работы очень много, на улице тепло. Конечно, еще не так тепло, чтобы совсем, но все равно хорошо. Солнышко светит, работы много. Буду сейчас траву косить, ту террасу убирать. Надо смотреть, куда мне цветы посадить. Купила цветы. Женя сказал, там мне сделает место, где гортензии. Так что работы много, и когда светит солнце, прям вообще вдохновление прям на огороде работать. Так что пойду работать, помощники вон уже меня ждут. Пойду работать, оставайтесь со мной. Thank you.
Ну что, дорогие друзья, чуть-чуть я прибрала. Здесь у меня гладиолусы посажены. Здесь я еще буду садить. Так, где-то у меня там котик кричит. Так, здесь тоже все прибрала. Это гибискус у меня и роза здесь стоит в воде. Я не знаю пока, куда посажу. Нужно найти время. Ой, время. Время, да, время и место. Так, где-то кричит Мафаня. Сейчас придет. Я поняла, где он кричит. Так хорошо на улице, солнце светит, тепло. Птички поют. Так, здесь я тоже посажу гладиолусы. Вот в эту грядочку. Вот мои нарциссы, которые втрое я садила. Будет красиво. Рододендрон какой большой уже. Так, ну, немножко порядок привела.